Мы, в принципе, планировали свадьбу когда-нибудь. Но так как вот сейчас случилась война, мы поняли, что, возможно, там завтра не случится. Поэтому психанули и решили вот, вот так вот. Мало того, что... Блядь, вообще, пацаны, красавцы. Да. Это было очень красивое место, ну, прям очень красивое. Это был потрясающий такой дворик, ну, прям такой уголочек в центре города, но очень-очень тихий и очень такой романтичный. И вот все, что от него осталось. Paret vil ikke skjule byens krigsramte look. Tværtimod, og har inviteret både internationale og lokale medier med på deres fotosession. Що би вам хотілося сказати всьому світу в цей для вас важливий, наскільки я розумію, день, і стоячи ось тут на руїнах Харківського палацу Трубецького? Любов победить все. Точно. Ни одно другое чувство не обладает такой силой. Да, на ногу подними, пожалуйста, да, вы... О, огонь, да. Еще раз... Men selv i en flammende forelskelse bider forårskulden, så parret og gæster søger ind på et af Rakivs eneste fungerende supermarkeder. Штук 10 пока. Да, 10 капучино средних готовим. За любовь. За любовь. У нас этой весной, вот это так показательно, что этой весной в начале у нас вот как раз... Да, вся эта штука происходит. Ну что, у меня там сын. Я скучаю. Я сильно скучаю. Все хорошо, зато на безопасности. Анастасия сын er for længst flyttet i sikkerhed i udlandet. Men Антон laver et видеоопкал, så han kan være lidt med. Мы тебя очень любим. И ты с нами. Ну, ты прямо сейчас с нами. Несмотря на все расстояния, несмотря на все километры. Ты тут, Данька. Мы тебя очень любим. Мама какая красивая. Дань.